Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, с вами Берсерк 40000, и мы начинаем наш матч в Battle of Titans. И как вы видите сейчас, у меня просто потрясающий ангар. У меня один легкий титан, один средний титан и один тяжелый титан. То есть начинаем мы, конечно же, с тяжелого, с Тирпа. Сейчас устроим дестрой на наших двух сарисах на полностью тяжелой броне, полностью, то есть все забито. У нас там два бобса, два БКСа, по-моему, и один одна обычная, по-моему так. Итак, идем мы в окружении двух моих, так сказать, вышибал маленьких реведжеров, опусов. Да, и идем мы навстречу судьбе по дороге жизни. Да, по дороге в Амстердам, так сказать. Так, хорошо. С этого ракурса мы, полагаю, ну мы попытаемся выстрелить что-то это. Учинить на дальней дистанции какой-то переполох там. Так, практически раздавили здание. Так, мимо. Осторожно. Идем мы к 17.07. Нет, не получается. Так, ладно, инквизитор мы не используем пока что. Все, ждем. Пока что идем. Так, Мао и Реведжер окружают нас. Мы, собственно говоря, постараемся так бролить. То есть по максимуму идти вперед. Не стесняться урона. Вот и первый урон прошел на 300 единиц. Так, хорошо, пошла. 2000, 5000, 6000, 8, 9100 урона. Господи ты ж, боже ж мой, хорошо-то как. Так, не стесняемся. 3000 еще урона сверху, 3400. Так, не стесняемся, стараемся прикрывать окружающих, принимать урон весь на себя. Не стесняемся ничего. Так, впереди нас и сбоку. Так, поможем ли мы Мао? Тут его прессить начали. Тут его... Ну что, товарищ мой дорогой? Поприветствуй меня, я полагаю. Как тебе такое, а? Ну что? Хорошо. Хорошо, сейчас добьем засранца. И последние залпы идут по опустошителю. Пытается он скрыться за пальмой, но не получается. Да. Так. Хорошо. Хорошо, 43-16 тоже пошел по флангу. Приоритет работы по нему. По нему приоритет работы. Сейчас, собственно говоря, не получается дать по нему дамаг нормальный почему-то. И убиваем мы его. Отлично. Так, Мао подошел вплотную. И, собственно, погиб. Смертью не храбрых, но глупых. Так. Хорошо, идем мы навстречу этому Мао и расстреливаем его из всех орудий. Стараемся отстреливать, стараемся отстрелить ему оружие по максимуму. Так, он на одном сейчас бегает и умирает, собственно говоря. Так, четверо впереди, нас кор уже поврежден, но мы идем вперед, не стесняемся, бролим, ад ты ж. Тишкина етишка. Ну ладно. Пока что мы лидируем по счету. Берем мы Кармаранта. Брать сейчас не стоит, поскольку он на, собственно говоря, мясорубках. Будет очень-очень плохо, если мы сейчас выйдем на нем и огребем, собственно говоря, от молотов от всяких. Так. Видим 17.52, видим скопление народу там. Ох, как хорошо сейчас зайдет орбитальный удар. Ох, как маяк сейчас полетел вперед. И что он наносит? Что? Не, ничего он не наносит. Господи, ты ж боже мой. Так, плохая. Ладно, хорошо. Подпрыгнули. Все, побежали. Сейчас на горочке, так сказать, посидим, отдохнем. Так, по красоте сейчас... Настреляем. Так, по нам полетело сразу же, тут же, сколько урона. Ты ж, боже ж мой. Кор наш горит уже. Так. Это, конечно, плохо для первой встречи с ребятами. Так, тут у нас два опустошителя, один Мао. Кто там дальше? Два средних.
Так. Так, 2900 урона. Отлично. Еще один опустошитель. И кто же последний? Так. Пошла жара. Пошла жара. В этот раз наносит просто какие-то бешеные. 6000 урона. Та ты что? Та ты что? Так. Хорошо. Хорошо. Что у нас по пилумам? Пилум нам отпилил один стинг. Одно жало. Так, я теперь сомневаюсь, стоит ли мне вообще находиться здесь, а не, может быть, заменить титан. Так, все мимо. Ты ж, боже ж мой, не того выбрал, не того титана выбрал. Тишкина етишка. Так, хорошо. Летит по нам пилум сейчас. Два пилума, три. Господи, ты ж, боже ж мой. Так, хорошо, собрались. Мы в нормальном состоянии. Мы сейчас можем настроить шороху. Устроить, так сказать, показательное выступление. И по трем сразу обнявшимся титанам идет урон. Еще 6103 урона. Господи, я, насколько я помню, в прошлый раз тоже было 6103. Вау! Вау, ребята! Так, еще стинг настрелял нам 2500. Титанушки горят. Так, нас там обходит товарищ Намао, да? Товарищ Намао, по-моему, обходит. Так, хорошо. Стреляем и наносим практически 1000. Так, Намао, да. Решил, сказал, а, плевать, клещ всего лишь. Обойду. Обратно. Так. Опус у нас здесь. Получил мизерные 600. Так, меняем позицию. Начинаем получать урон от товарища. Так, нужно отходить, отходить. Прямо здесь. Ай, блин. 1000 чертей. Ладно, остается у нас один корм. Один бакланчик. И ситуация, я вам прямо скажу, очень и очень тяжелая. 4 средних титана на молотах. Это прямо что-то плохое. Так, снижаемся. Будем максимально осторожными. Подлетаем, наносим урон. Отлетаем. Все. Так, хорошо. Пошел и умирает тот же опус. Господи. Так. Один пилум заевейдили. Обошли. Так, по второму не получилось. Так, попадет пилум или нет? Не попал. Не попал. Ладно. Так, двое тут сразу же. Так, один из них горит. Ой, здания мешают. Здания мешают. Так, трансформируемся. Выдаем по горящему опустошителю сейчас все, что у нас есть. Все, что... И падает один из опустошителей. Второй тоже умирает прямо на наших глазах. О, господи, да. Хорошо. Мы, у нас горит все. Собственно говоря, сейчас... Сейчас пан или пропал? Пан или пропал, дамы и господа? 22 на 24. Последний титан с моей стороны. И мы решаем атаковать его и убиваем! Это победа! На последнем титане! На горящем титане! Мои поздравления, дамы и господа! Ну что ж, это был просто потрясающий бой. Это было что-то с чем-то, да... Ангар полностью себя окупил и показал высший класс, да. Так, итак, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите свое мнение в комментариях. Буду безумно рад его прочесть и пообщаться с вами там. И да, ребята, увидимся на полях сражений.